Всем привет! И, наверное, много кто сталкивался с такой проблемой, как вы скачали расширение, допустим, скачивать музыку ВКонтакте. Все, установили его. Заходите в аудиозаписи, у вас появляется иконка или скачать и так далее. Вы скачиваете, у вас все нормально вроде скачивается, идет в папку. Вы проигрываете аудиозапись, а у вас она половина только. И вы такие, ого! Потом или другая проблема, скачали, ну начинайте точнее скачивать, а у вас ярлык простой, то есть не аудиозапись, а просто ярлык какой-то. Ну, много таких плагинов, то есть вообще корявых, но я нашел нормальный плагин, то есть переходите по ссылке, она будет в описании. Вот такой вот автор этого плагина — Маски Дома. Устанавливаем его, заходим в расширение, инструменты расширения. Вот он включен. Перезагружаем страницу. Вот у нас появляется иконка. И скачиваем этот трек. Ну видите, как я его скачивал, пробовал. Скачиваем. Все скачиваются. Ну вот, 13 метров весит. Посмотрим в папке, правда это или нет. Вот он. Весит 13 метров, 5 минут продолжительность. Так что нормально, как бы. На какой бы трек, вот я даже сам не спущусь. И скачивает нормально. То есть быстро вообще работает хорошо. А также с видеозаписями. Зайдем в любую видеозапись. Фильм, допустим, да? Вот, видите? Внизу появляется текст «Скачать видео в любом формате». Надо скачать видео 480. Начинается скачка. И скорость, так, в принципе, вообще большая. Ну, вот такой вот плагин.